Предлагаю вам сегодня взглянуть на невероятные случаи везения, которые удалось снять на камеру. Поехали! В этом видео хитрая девушка решила прокатиться на поезде зайцем, однако, когда она запрыгивала на платформу, то угодила прямо в щель между вагонами. Парень, стоявший рядом, уже был уверен, что она мертва, и ждал, когда наконец проедет поезд, чтобы увидеть труп. Однако, к его удивлению, девчонку совершенно не задело. Она сама смогла встать и пойти, отделавшись легким испугом. Вот еще одно просто удивительное видео. Только каким-то чудом в этом инциденте все остались в живых. Просто очень жуткое видео. Дитя попадает под машину, которая его переезжает передним и задним колесом. Любой адекватный ребенок от такого погиб бы на месте. Но только не этот паренек. Он встал себе и пошел. Еще одно аналогичное видео теперь уже со взрослым человеком. Стоял себе мирно, никого не трогал, а тут тебе на. К счастью, все обошлось. Еще одно страшное видео с ребенком. Отец не углядел, как его сын решил покататься на перилах эскалатора, откуда очень легко упасть. К счастью, отец был готов и поймал свое дитя. За ребенком глаз да глаз. Во время съемок экшн-сцены одного фильма съемочная группа не рассчитала дальность полета машины, из-за чего кое-кто чуть не погиб. Например, во время съемок фильма «Такси 2» тоже допустили такую ошибку, из-за чего автомобиль убил оператора. А вот еще случай во время съемок уже российского фильма. Два мужика кидают гранату в воду, которая должна была взорваться чуть позже, чем рассчитывала съемочная группа. Но это оказался такой тип гранат, которые взрываются даже от небольшого удара. И, видимо, силы удара об воду ей хватило, чтобы сразу сработать. Только чудом никто не погиб. Ну а вот мое любимое, наверное, лучшее видео десятилетия. Мужчина слетает с мотоцикла и, как в лучших традициях голливудских фильмов, умудряется эффектно проскочить перед мчащимся фургоном. Давайте посмотрим еще раз на эту красоту. Просто миллиметраж. На это можно смотреть бесконечно. Вот вам еще несколько эффектных сцен из реальной жизни, которым позавидовал бы Голливуд. Парень решил скатиться с горки и чуть не отправился на тот свет. Далее у нас идут колеса убийцы, появляющиеся внезапно, словно из ниоткуда. Господи, ну откуда тут-то было взяться колесу? Кто-то и не догадывается, что проплывает над очень опасным хищником. Блаженное неведение. Поезд к чертям сносит фуру, никак не навредив водителю. На этом видео человек едва не превратился в лепешку. Вот аналогичный случай. Любитель гонок чуть не погиб от эпичного зрелища. Парня спасла металлическая конструкция, стоящая перед ним. Ну а здесь мы видим, как на человека буквально наехала фура. Просто жесть. Трудно представить, что после такого можно уцелеть, однако этому парню как-то удалось. Сидит мужичок себе мирно, а тут сверху на! Вот еще одно очень жуткое видео. Тут видно, как автовоз затягивает под себя сына мотоциклиста. Парень бежит к водителю, чтобы остановить машину, а тем временем его сынишка спокойно вылезает из-под машины. Просто фантастическое везение. Летом 2015 года в Сирии террористы подорвали гражданский автомобиль в провинции Идлиб. От взрыва машину просто разорвало на части. Кажется, что такое никто не смог бы пережить, однако, ко всеобщему удивлению, ни водитель, ни его пассажир совершенно не пострадали. Одни люди погибают от легкой аварии, а другие выживают даже при взрыве.